Всем привет! Сегодня я вам хочу показать номер в спа-санатории Солочи. Итак, приступим. Это номер в первом корпусе. Здесь ремонт хороший, все чистенько, прям аккуратненько. Все новенькое. Номер просторный, довольно-таки. Две кровати. Можно сдвинуть. Если хотите. Дальше идем сюда. Вот как на холодильник. Жаночкой можно. Чемодан положить, например, сюда. Графин, два стакана. Зеркало есть. Вид какой раскрывается. У нас вид на территорию. Березки, так все, ну, ощущение, что ты на природе, полное погружение. Кондиционер нету, но даже в летнее время здесь не очень жарко. Ну, мебель тоже достаточно новая, все так чисто, приятно дотрагиваться. Шкаф. Полочки можешь все сложить, вешалки для вещей. Смотрим, приступим к осмотру санузла. Ну, санузел небольшой, но все есть. Унитаз есть, раковина есть, душ есть. Горячая вода есть, прям сразу же нагревается. Все тоже, как видите, чистенько очень, даже затирка белая, то есть вообще все очень аккуратно, достойно, приятно находиться. При заселении было тут по два комплекта полотенец на человека, то есть все для комфортного, приятного проживания в этом номере есть. Так что я прям настоятельно рекомендую всем посетить этот санаторий. Обеденный зал для проживающих в комплексе. Вот просто для всех, кто хочет акварель, кафе. Закусочки. Самая дорогая 550 рублей. Бургеры есть, брускеты, салатики. Мясо, птица, сыры, гарниры, паста. Ну, цены такие, конечно, не маленькие. Завтрак. Вот я взяла кашу с крупой, всякое второе, там котлеты, картошку. Солочинский родник. Святой источник. Thank you.
Сегодня последний день лета 2019 года. Сегодня солнечная погода, и я нахожусь на пляже возле Лысой горы. Здесь как раз недалеко и находится спа-санаторий Солончи. Все, кто сюда приезжают, так или иначе сюда доходят, гуляют. И сегодня такой хороший теплый день, и даже можно и искупаться. Водичка холодная, но все равно все, кто сюда приходит, все равно купаются. Там находится Лысая гора. На пляже, как вы видите, есть раздевалки, зонтики и песок. Там вдали экологическая тропа здоровья. Рядом с пляжем находится такая вот игровая площадка. Здесь вот есть поле, где можно поиграть в мяч. Шляпка, конечно, нужна. Партизан. В джунглях. Ну, в общем, как-то так. Детям понравится, можете вместе с детьми полазить. Если вам надоест просто так валяться на пляже. Мы на тропе здоровья. Вот. Здесь вот за деревьями находится святой источник. Здесь вот построили мостик совсем недавно, благодаря которому прогулочная зона тут стала довольно обширной. Вот такие вот красивые виды раскрываются здесь. В будущем планируется освещение, но пока что его нет. За деревьями мы наблюдаем жилой комплекс Green Park Солончи. Вот такие вот виды раскрываются во время прогулки по экологической тропе здоровья. Красота! И ветки срублены. Ну, вот, как обычно у нас. Парковку, да? Парковку поставили. Есть детские площадки. Улица Порядок. Здесь расположена такая детская площадка. Те, кто приехал с детьми, здесь не будет скучно. Рядом с санаторием Солончи расположен крупнейший на Рязанской земле памятник архитектуры нарышкинского барокко – Солончинский женский монастырь Рождества Богородицы.